глядят на ребят, как будто впервые в жизни увидели своих повзрослевших дошколят. Бүгін байрам барыбыт түсі, құшлашыл тәне етті, кезге ұқысы болырға, бақытта келіп етті. Балалар, кезге мәктепті тек бешеде ұқырға, мақылы, ақылы болып, алдыңғыларына болып еруге, еруіздің етелейін. И
всегда живет маленький музыкальный вас-вас-дар. Учитесь хорошо, на пятерке, на четверке, и приходите к нам иногда в гости. Попрощайтесь, ребята, за Викой. Помашите рукой. Помашите рукой. До свидания, говорим. Малыш, с мамой по дорожке, милый стриж. Ничего не решил.
Стройте, пойте и дерзайте, но и нас не забывайте. Thank you.
подходите. Как вы будете собираться в школу? Юля. Мы теперь пойдем в школу. А что в школу наберем? Портфель. А в портфеле что нужен? Книжки. Вот туда вы пойдете, то быстрее соберется в школу. Давайте. Раз, два, три. Пошли! Yeah.
подарки. И вместе, так, кому отдать посылку такую вот с подарками? И еще она передала золотой ключик. И что это? Колокольчик. Вот. Наконец я дошел до вас. Ребята, мне скажите честно, что вы хотите? Да. Молодцы. Конечно, повторим Печкине. Они даже стихи знают об этом. Да. Ходили в детский сад. Веселые, довольные, миновали дети. Сегодня мы выпускники, а завтра будем школьники. Сколько? Три. Не за дня, но быстро учатся. Учатся, не воротит сад. Жалко сад. Жалко сад расставаться. Мы в школу хочется. Очень скоро. Очень скоро, очень скоро. Я пойду учиться в школу. И на первый на урок позовет меня звонок. Арслан? Окей, я хочу учиться. Обещаю мне, если здесь не писать, просыпаться буду сам. Кирилл? Мы хотим скорее учиться, подружиться в букварю. На странице, до страницы мы вместе его прочтем. Молодец, молодцы, ребята. Очень много наши дети знают. Еще хотят они больше знать. Многому хотят научиться. Они про эту и песню споют. Ну-ка, мы послушаем. Маленький мешок, маленький мешок.
приготовились? Раз, два, три, пять! Встаем, давай! Вас, ваш веселый
Мы ребят своих сегодня провожаем в первый класс. На прощание приглашаем танцевать на школьный вальс. Замкнула что-то. Кирюша, кстати, из тебя пригласи.
об окончании детского сада вручается Гусеву Кириллу. Диплом об окончании детского сада вручается Дрыгиной Юле.
для всех, кто нас оберегал. Для всех, кто нас оберегал и добрый. Кто нам берегет? Вашим рукам. И сложно теперь объяснить
вас ваших прежде увидят они, идут их года, не слагаются дни. Башку встань. И дети, конечно, у нас повзрослели. Ведь с вами всегда они были при деле. То с песней, то с кисточкой, то с множеством книжек. Учили вы буквам и цифрам детишек. И нынче они уже в школу пойдут. И вам благодарность с любовью несут. Их мамы и папы. И вам на прощание успехов и творчества будет желание. Спасибо за все, за труд и терпение. Желаем вам счастья и все вдохновения. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. А теперь от нашего коллектива дружного надеюсь. Разгонит всех. Да не улетит, она так страдает. Вика.